Очень быстро расскажу про одно важное заблуждение, которое случается у людей, которые желают поехать на работу в Польшу за рубежом. Собственно, когда человек уже отработал по визе в Польше, да, бывают такие ситуации, человек по визе отработал, вот, и он думает, что у него есть биометрический паспорт, он сделал второй себе паспорт биометрический и говорит, я теперь хочу поехать работать по биометрии. Но, ребята, это большое заблуждение, потому что наличие биометрического паспорта не дает права на работу в Польше, вы должны это понимать. Право на работу в Польше дает освещение. Освещение, которое выдается в Ужгороде. Освещение, так называемое, разрешение, приглашение на работу в Польше. И, собственно, на основании освещения вы имеете право трудоустроиться в Польше. Неважно, по какому документу вы сюда приехали. Будь то биометрия, будь то обычная полугодовая виза, либо же воеводская виза, либо сезонная виза, либо вы находитесь на карте быта. Собственно, наша фирма трудоустраивает только по освещениям для начала. Потом, когда вы уже отработали и некоторые, ну, свои полгода, например, и вам подходит вакансия, вам нравится, вы можете сделать зазволение от нашей фирмы, это будет бесплатно. Собственно, по зазволению это есть воеводское разрешение на работу. И воеводское разрешение на работу дает право на открытие воеводской визы, по которой вы сможете опять-таки вернуться. Но важный момент, который часто все упускают из виду, вы можете вернуться по воеводской визе только туда, к тому работодателю, где вы ее получили, это разрешение на работу. И как это происходит на практике? Вы уже отработали полгода у определенного работодателя, 6 месяцев, да? И он вам делает, ввиду того, что вы классный работник, воеводское разрешение на работу. У нас на фирме это делается бесплатно. Оно называется зазволение. Оно выдается, например, на год, может быть, на 2, на 3 года. И оно перекрывает коридоры по освещениям. Да, но вы же обязаны вернуться только туда, где вы начали работать. То есть только к этому работодателю. Если же вы думаете, что сделал воеводскую визу, вы можете заехать и вернуться к другому, найти другую работу, что еще, что-нибудь еще скомбинировать, то так это не работает, потому что первый документ, на котором вы можете устроиться на работу, как мы помним, это освещение. А по освещению вы уже недавно отработали 6 месяцев, и у вас включился коридор. Почему, собственно, вам и делали зазволение? Зазволение перебивает коридор, да, вы можете заехать, но надо помнить, что заехать – это одна суть. Работать – это совсем другая суть. И как бы люди часто путают вот эти понятия, и они говорят, я заеду по биометрии и буду работать. По биометрии вы еще раз работать не будете. Это невозможно, вы заедете по биометрии. Но если у вас нет права на работу, то вы не сможете трудоустроиться официально. Я сейчас с такими случаями сталкиваюсь, и поэтому решил немножко объяснить.